Мурманский тарный комбинат присоединился к национальному проекту «Производительность труда». За ближайшие 3 года заполярное предприятие должно улучшить свою деятельность благодаря программе. Как это произойдет, смотрите прямо сейчас. Нацпроект «Производительность труда» запущен в 2018 году. В нашем регионе бесплатно к нему могут присоединиться 15 компаний. 8 уже это сделали. Среди них теперь и Мурманский тарный комбинат, который производит картонные коробки и жестяно-баночные изделия, такие как консервные банки и кондитерская упаковка. Я вообще очень благодарна, что и очень рада, что появилось вот именно такое направление для совместной деятельности между бизнесом и министерством. Я с удовольствием познакомилась с теми профессионалами, которые сейчас работают в региональном центре компетенций. Мы поняли, что у нас получится, и это самое главное. Сейчас на комбинате работают порядка 200 человек. Однако нет предела совершенству. Повышение производительности труда и эффективности производства начнется с оптимизации пилотного потока. Таковым на тарном комбинате выбрана линия по производству жестяной упаковки. Наша команда вот регионального центра выходит прямо на предприятие, исследует те производственные процессы, которые здесь есть, выбирается совместно с предприятием тот, ну, один из процессов, как бы такой пилотный, на котором отрабатываются, выявляются нюансы, допустим, где можно было бы еще там оптимизировать там, ну, какие-то товарные потоки, потоки запасов, допустим, сэкономить по времени, место расположения изменить. Предприятие будет участвовать в проекте 3 года. По прогнозам, каждые 12 месяцев производительность труда должна увеличиваться на 5% за счет выпуска продукции или оптимизации себестоимости. В течение 6 месяцев эксперт регионального центра компетенции совместно с участниками рабочей группы будут работать на этом потоке, значит, проводить оптимизацию, выявлять потери, устранять их. И в течение уже 2,5 лет предприятие самостоятельно реализует проект, полученный опыт и навыки уже тиражируют на другие производственные потоки. В региональном центре компетенции отмечают, что места для предприятий, желающих присоединиться к проекту, еще есть. Всю подробную информацию можно узнать на сайте производительность.рф.